По обеспечению интересов женщин и укреплению их места в жизни общества в регионе проведен ряд мероприятий. Одно из них – создание новой системы для женщин-активисток, работающих в Махалях области. Работа платформы направлена на изучение и адресное решение проблем женщин. Задача активисток – проинформировать о них ответственных лиц посредством электронной системы. Как ведется работа в этом направлении, решаются ли поставленные вопросы, обсудили на совещании в Хакимиате области под председательством главы региона. По данным, на платформе женщин активистками из 1126 махалей было зарегистрировано 5950 обращений. Если их проанализировать, то наибольшее количество, а именно 1278 заявлений, связаны с вопросами системы здравоохранения. 333 направлены управлению занятости, 1142 – пенсионному фонду и 665 – по вопросам газоснабжения. Должностным лицам, не обеспечивающим своевременное исполнение обращений, сделаны строгие предупреждения. Также критики подвергнуты деятельность 23 активисток Ургутского района, 11 города Самарканда и 5 Пахтачийского района. Как было отмечено, они не сообщают о проблемах, что дает основание сделать вывод о неудовлетворительной деятельности. Всем им даны необходимые указания.